К чему стремятся коммунисты? Что они хотят? Возврата власти народу, социальной справедливости. Я считаю, что спорт должен быть бесплатным и максимально доступным для большинства населения нашей страны. Кроме того, физическая культура должна максимально широко пропагандироваться в обществе. Это обеспечит не только рост престижа нашей страны на международной арене, но и позволит воспитывать и выращивать более здоровое поколение. Именно молодежь стала одной из самых социально незащищенных категорий граждан. Важно бороться сейчас за свое будущее и будущее своих детей. Мы, коммунисты, выступаем за кредитную амнистию населения, а также налоговую амнистию реального сектора экономики. Добиться роста благосостояния можно только вместе, только сплотившись с партией КПРФ.